Здравствуйте, дорогие мои друзья и коллеги-саксофонисты. Меня зовут Сергей Колесов, и совместно с компаниями Yamaha и Daddario мы продолжаем уроки школы саксофона. Сегодня тема нашего урока – это дыхание. Начну сразу же с того, что тема дыхания недооценивается многими саксофонистами и преподавателями. А тем временем дыхание – это самый важный аспект музыканта-духовика и, в частности, саксофониста. Управление любым духовым инструментом в первую очередь зависит от дыхания и больше всего именно от выдыхаемой струи воздуха. На саксофоне выдыхаемая струя воздуха обладает очень высокой динамикой. Если мы сравним саксофон, например, с кларнетом, то у кларнета прямая трубка, и управление воздушной струей на кларнете не обладает такой активной динамикой, как на саксофоне. Конечно, на кларнете она тоже активная, но на саксофоне эта динамика выше. Если мы посмотрим на саксофон, то мы увидим несколько изгибов. Вот изгиб номер один, да, вот от эски эска заворачивается сюда. Дальше воздушная струя идет вниз. Дальше происходит изгиб номер два в районе сапожка. И дальше изгиб номер три – это сам раструб. И преодоление вот этих изгибов воздушной струей представляет определенную сложность. Кроме того, если мы посмотрим на клапана, то вот эти клапана расположены линейно. Вот эти си, ля, соль, фа, ми, ре, до. А есть еще боковые клапана, которые расположены вот здесь и вот здесь. Когда воздух проходит сквозь корпус инструмента, внутри формируется воздушный столб. А когда мы открываем или закрываем клапана, этот воздушный столб каждый раз преломляется. И преломление это не всегда линейное. То есть оно может быть линейное, как здесь, а может и не быть линейное, если мы используем боковые клапана. Это еще одна дополнительная сложность в управлении саксофоном. Существует три типа исполнительских дыхания духовика. Это грудное, брюшное и смешаны. При дыхании обычный человек использует только поверхностный тип дыхания, вот сюда. Но дыхание музыканта-духовика в корне отличается от обычного, прежде всего использованием диафрагмального или брюшного типа дыхания. Происходит это следующим образом. Диафрагма отпускается, воздух заходит в легкие, и в дальнейшем мышцы пресса и диафрагмы выталкивают воздух наружу. Вот таким вот образом. На самом деле в процессе звукообразования, в выдыхательном процессе, участвуют не только мышцы пресса и диафрагмы, участвуют многие мышцы, но об этом мы поговорим далее. Так как процесс управления дыханием очень сложный, существует ряд упражнений, которые я сейчас вам покажу. Первое самое простое упражнение, которое лучше всего применять на начальном этапе обучения для детей, это просто-напросто лечь или положить вашего ученика на горизонтальную поверхность, или на стуле, или на кровать, где как придется. Затем взять дыхание вот сюда, сделать вот этот короткий вдох и почувствовать те мышцы брюшной полости, которые участвуют в дыхательном процессе. Те мышцы, которые не задействованы при обычном дыхании человека. То есть вот диафрагма опускается, и воздух заходит в легкие. И после этого вы, в принципе, можете сразу выдыхать. Сделать вот такое упражнение. Вот я положил руки сюда, это для контроля. То есть рукой или руками вы всегда можете почувствовать, куда у вас идет воздух. Следующее упражнение нужно для того, чтобы почувствовать дополнительные мышцы, которые участвуют в дыхательном процессе. Для этого мы опускаемся на пол на колени. Одна нога вот так, другая нога вот здесь. И чуть-чуть наклоняемся так, чтобы наш корпус лежал на одной ноге. И чуть-чуть вперед. И в этой позиции мы производим вдох. И выдох. Если вы возьмете дыхание в этой позиции, то вы почувствуете, как начинают работать мышцы, которые расположены вот здесь, в районе спины. Эти мышцы также участвуют в этом
дыхательном процессе. Вы можете даже представить, что здесь такие мешочки, которые наполняются воздухом. Выдох. Выдох должен быть активный и интенсивный. Следующее упражнение поможет вам открыть все, даже самые потаенные резервы для дыхания организма. Называется это упражнение «Обезьянка». Я его также даю на всех мастер-классах. Называется оно так потому, что при его выполнении наши руки должны быть расслаблены настолько, как расслаблены у обезьян. Вот таким вот образом. У этого упражнения есть три этапа. Первый этап – это когда мы наклоняемся следующим образом. Вот смотрите, руки болтаются, все свободно. Одну руку можете положить в районе живота и взять дыхание. И активный выдох. И еще раз. Вот таким вот образом. Это первый этап. Второй этап. Вы также наклоняетесь и берете дыхание. Наклонились, руки расслаблены, плечи расслаблены. Мы берем вдох. И дальше смотрите, что мы делаем. Вот я максимально сейчас добрал дыхание, да, в процессе подъема корпуса я добираю дыхание, чтобы его стало больше, больше, больше. Еще раз показываю. Основной вдох и дополнительные. Все, дыхание здесь. И активный, и интенсивный выдох. Следить за тем, чтобы руки не напрягались, плечи и грудная клетка оставались свободными и расслабленными. И третий этап, когда вы делаете все эти фазы вместе за один раз. Следующим образом. Вот и все. То есть следите за тем, чтобы у вас ничего не напрягалось, кроме тех мышц, которые нам нужны. То есть нам нужны все мышцы вот здесь, да, но нельзя напрягать руки и нельзя напрягать плечи. Данные упражнения помогают нам задействовать все возможности нашего организма в плане дыхания и вдоха, и выдоха. Когда вы будете делать эти упражнения, возможно, у вас закружится голова. Это абсолютно нормально. Кислорода поступает в организм больше, чем ему необходимо. И от этого появляется легкое головокружение. Если у вас закружилась голова, то вы можете сесть, посидеть минутки три, а потом снова продолжить делать эти упражнения.